sitting on the track. Just say, look, here, look, just come in here. Listen, for me not comfortable. How I can... Give us it in. Hello, how are you? Moo, moo, moo. Do, do, do. Do, do. Do, 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 do. О, вот гуляет. Ну, что же вы не активные такие? Если вы не прыгаете по машинам. Посмотрите. Посмотрите на эту очередь. О, вот он. The one sitting over there on the car. There's one on the car there. Look, just down here. О, смотрите. Вот, наконец-то. Видите? Сидит себе на машине, на крыше. Вон еще. Да. Хотелось бы поближе. Very little ones. Babies. This baby. Наверное, вы знаете, я думаю, что то, что ездила машина, которая обслуживает животных, кормит. И вот я думаю, что их покормили, поэтому они такие ленивые, и поэтому их как бы не особо видно. Ой, посмотрите. И вот так вот обычно они сидят на каждой машине, прыгают на каждую машину. Их очень много здесь. Ну вот, я говорю, что, наверное, их покормили, и они сейчас не хотят. Вот они себе катаются на машинах так, на крышах. Ну, вот. Они очень шкодные. Ой. Выясняют отношения. Ну, идите сюда, идите сюда. Жаль, они меня не слышат. Ну, идите сюда, давайте. Ой, молодцы. О, прочитали. Телепатически. Why you spoiled? You're not going to take a picture of me, he says. Ой. Ну, идите сюда. Why did you spoil? It was nice when she jumped on. On the car. Behind. Behind? Mm-hmm. Uh-oh. Uh-oh. У нас гости. Смотрите. Вот, видите, что они творят? Вот это. А вон там сидит сзади на машине. Прямо смотрит на водителя. Так, а так, что здесь у нас? Ну, зачем же вы уходите? Мы ради вас только здесь стояли.
О, вот у них такая, как сказать, ну, в общем, место для игр. Что они ленивые. Вот, сидят тоже. Многие люди устали стоять в Жалобокс. очереди. Без мамки финиш? I can see. Они сливаются с деревом. В общем, ждали очень долго. Long time waited, yes, Finally. and finally, but not many, not like usually many, not like But the usually they babies are good. jump. The babies were good fun. I think that they maybe received food and that's why they feel lazy. Вот, видите? Какая-то старушка. Видно, уже такая взрослая обезьянка. Какая природа красивая. Деревья очень высокие, очень. Here's an old chap, sorting out the fleas. Maybe you make for me, please. He's looking. You know, through the glass that she can hear you. She is or old. Oh, another one. Ну, сегодня, конечно, с обезьянами не очень сложилось. Обычно их здесь просто тучи, тучи. Они скачут по машинам, просто развлекают людей, действительно. А как-то в этот раз, почему-то я же говорю, либо их покормили только что они попрятались и неактивные. Очень душно. Очень. Повышенная влажность и очень душно. Сейчас мы едем смотреть кого-то следующего. I should say bum. Oh, bum. Снова перегородка. Somali wild ass. Кто это? Я не успела прочитать.